Всем привет, друзья! Это снова Smitplay с игрой Tomb Raider Legends. Мы в Японии. Ты видишь ее? Ты ее видишь? Она превзойдет всех в Японии! Такая крошка! Лапочка! Я специально ждал этой моей самой любимой главы, парта, серии, эпизода, этапа испытаний Япония! Вот так вот она появится в пентхаусе, где Нисимура устраивает корпоративную вечеринку. Ты готов к этому испытанию? Ты готова? Let's go! Тогда! Какая женщина, боже, обожает девушек, которые любят футбол, это awesome! Ларе не хватает шляпы, как у настоящего ковбоя-уокера, техасского рейнджера. Вот так вот она делает! Кто живет в прошлом, обретет боль. Величайшая женщина! What the hell is going on? Невероятно! Боже, что она делает? Oh my god! Вот так вот она заходит прыжком в воду! Как Джейсон Стэтхэм на уровне профессионал! Wait a minute! Никогда еще не видел такую испуганную леди Крок! Выносливость и держащий удар Джессики Альбы! Кунг-фу Кристин Кройк! Пауэр! Сила и энергия Мишель Родригес! Скорость и потенциал Скарлетт Йоханссон! Выживание и ум Эмбер Хёрд! Сейчас! А что конкретно произошло, когда вы встретились с Сакамото в последний раз? Он пытался сбыть поддельные реликвии периода Асука. А нормальных аргументов якудзы не признали. Но ты его отпустила. И теперь у нас с ним состоится важный разговор. Все сложилось как нельзя лучше. Шикарно, сногсшибательно выглядишь, красотка наша! Лара, у меня звонок от Нисимуры. Он у себя в офисе, одновременной связи не выйдет. Бармен скажет, где его найти. Как всегда. Идем к бармену. Женщина-мечта. Он нам должен сказать, где Нисимура, через которого мы выйдем на Такамото. Добрый вечер. Я полагаю, что Нисимура-сан ждет меня. А, леди Крофт. Он в своем офисе. Через холл позади вас. Я сообщу ему о вашем визите. Благодарю. Какая же она красивая, особенно сегодня! Ланея, Лана, Лара, просто трипл Л! Леди Кроп здесь и сейчас! Добро пожаловать, Лара. Тебе понравилась моя маленькая вечеринка? Я наслаждаюсь каждой минутой, Нисимура. Но когда приедет Такамото, мы можем доставить вам определенные неудобства, прошу прощения. Будь осторожна. Он становится опасным, когда его интересы пересекаются с твоими. Вы удивитесь, какой убедительной я могу быть даже с опасными людьми. Меня ты убедила. Я и сам могу быть опасным. Но, пожалуйста, отдохни, пока есть время. И удачи тебе. Какая же она в этом платье, она вылитая Анджелина Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит». Горячая детка, малышка, ради такой можно и горы свернуть! Покороче, мисс Крофт, как вы понимаете, мое время дорого стоит. Конечно, Такамото сам. Я ищу один предмет, обломок меча, находящийся в собственности университета Васеда, или находившийся, пока вы не украли его. Я не вор. И с вашей стороны было бы мудро воздержаться от подобных обвинений. В таком случае перейдем к переговорам. Я не представляю, о чем вы говорите. Разумеется, вы все понимаете, просто назовите цену. Мисс Крофт, вы глухая? Я не знаю.
Посмотрим. Вы будете умолять о пощаде, как в прошлый раз. Убейте ее! Убейте ее немедленно! Вот это другое дело, легенда! Думаешь, я в платье на каблуках по 10 сантиметров? Вся такая в макияже, сногсшибательная женщина, но я всегда готова к битве! Файт, Джаброни! Ты должен был Такамото быть подвластен этой легенде! Раствориться в этой красоте неописуемой, что делает Леди Крофт! Ее грудь только чего стоит, ты должен отдать миссис Крофт на коленях осколок! Ублюдок, а не псов своих пускать! Я тебя другим представлял, а ты какой-то абсос! Нужно собрать всю вашу команду дилетантов и скормить всех вас росомахом! Ведь я наследие Логана! Откуда ты их достала? Простейший этикет. Не приходить на вечеринку с пустыми руками. Несомненно, Такамото вернулся в свой пентхаус. Не иди за ним, Лара. Его люди будут ждать. Его приемная ловушка. Я знаю, что ты их любишь, но в данном случае это действительно плохой вариант. Если я не могу спуститься, я поднимусь. Как мне попасть на крышу? На крышу? Есть лифт. Осторожно. Наверху идет строительство. Лара, у меня плохое предчувствие. Поэтому мы должны решить проблему с другой стороны. А конкретно с крыши. Нисимура дал мне ключ от лифта. Я пошла. Оказывается, занятие делает человека. Мы появились ангелочком в темном платье. Вся такая лапа, богиня властная вселенной. И внезапно стали темным ангелом, как Джесс Альба. Как непревзойденная, неоспоримая, неудержимая Леди Крофт. Странное место для мотоцикла. И какого красивого. Это просто преступление держать такой мотоцикл на крыше. Прям как ты, красивая Леди Крофт. Какая же она красивая. Все, пойдемте. Цель наше прибытие в Японии — встретиться с Такамото. Видишь здание через дорогу? Это и есть резиденция Такамото. Он должен быть наверху. Требуется немного фантазии. За это Нисимура предъявит тебе счет. Что за вечеринка, если ничего не разбили? И добыть осколок меча, который принадлежит нашей непревзойденной леди-красотке Крофт. Фантазия, как же забраться туда, очень просто. Вот именно, что за вечеринка и пафос, если не разбить бутылку Джона Моксли вина об голову Крис Джерико. Вол элит в рестлинг, вся элита рестлинга. Или не вылит стакан вина на голову богатенького лысого мужика. Вот это пафос вечеринка, Лара, спокойно. Больше так не делай. Лара, что ты собралась делать? Не вздумай. Не вздумай этого делать, боже. Разгон до 60 всего за 3 секунды. Осторожней там. Внизу дороги намного лучше, чем наверху. Боже ты мой, что она делает? Фантастика! Лара, ты с ума сошла? Крэйзи бич! Никогда больше так не делай! На этом мотоцикле не буду. Образ Лары дошел до эксцелента, вы только посмотрите на нее! Не повторяйте такие трюки с мотоциклом! Спокойно! Прыжок! Первое испытание в таком ночном городе, в Японии! Цепляйся! Вот так вот! И нужно повторить этот трюк. Не раскачались слегка. Ладно, повторим трюк заново.
Раскруточка-прыжок. Цепляйся. Лара сегодня просто в ударе. Когда она прыгает по своим скалам, они хотя бы не уходят у нее из-под ног. Не знаю, о чем она думает, она сумасшедшая. Я слышу тебя, и это мне немного мешает. Прости, Лара. Умолкаем. Я же говорю, она крэйзи, но непревзойденная. Мы просто волнуемся постоянно за Леди Крофт. Просто что она делает, мы не можем просто закрыть глаза, Лара. Ведь она даже в детстве их не закрывала, спокойно. Лара ведь даже в детстве не закрывала глаза. Вот эта девчонка, а? Нужно притянуть кошкой магнит, эту опору, и двигаться дальше с помощью кошки. Снова же такая же система, раскачиваем эту опору. И по ней прыгаем. Прыжок! Ну где ж твой парашют, Лара? Ладно. Ничего страшного, бывает. Сейчас просто вообще конкретно зайдем. Вот так вот. Вот так вот. И сразу же с прыжком пойдем. Великолепно. Больше никаких смертей. Раскруточка! Прыжок. Очередные дилетанты в прицеле у Лары. Нет, не работает. Собаки некрещенные идут. Натуральные собаки некрещенные бульдоги. Спокойно, нужно убрать их первым делом. Они могут нас съесть. Отгрызть нам ножки наши, которые даже... Без кроссовок, без туфлей. Вот так вот Лара себя не жалеет и делает все как не надо делать. Так, ну бульдогов мы вроде бы убрали. Теперь нужно разобраться с этими дилетантами. Ты это видел, что она делает? Да, становится все хуже. Это похоже на завод Якудзы. Тогда посмотрим, нельзя ли прикрыть его. Это просто эксцелент. Как она уработала их? Одним махом просто убрала этих дилетантов. Вот так вот пойдем. Где они? Не верю, что они не знают о твоем присутствии. Мы увидим их одновременно. Какая же она сексуальная в этом рваном платье. Стройная, обвораживающая детка. Ой, сингл, трек, вон она! Музыка. Где я? Я здесь пришла заканчивать с вами, любители. Спокойно, спокойно, Леди Крофт. Грена прилетела в ответку. Прицелена Лара. Эй ты, в рукопашку с тобой разберусь, не порка. Получай, Джаброни. От легенды. Дробовика нас просто хочет вынести. Все. Просто убрали и зачистили любителей Джаброни. Похоже, здесь нет выхода. Выход есть всегда, Зип. Выход есть всегда. Для Лары нету проблем. Где найти выход? Вот так вот действуем. Ее никогда не интересовало телевидение. Она оказала ему услугу. Может, теперь они займутся чтением книг. Вот она! Вот так вот заходим. Великолепно! Вы слышите эту музыку? Там их может быть больше, Лара. Пожалуйста, будь осторожна. Какой чудесный вечер для прогулки. Ха, ты знаешь, что это значит. Я приму димингидринат. Прогулка хороша. Япония вообще всегда хороша, по крайней мере, не гробница. Ладно, дальше действуем. Дальше ползем.
Смотрим на великолепную Леди Крофт, которая делает вот так вот. Вот так вот она делает. Так, ну понятная система. У нас есть кошка, это самое главное. Она нам поможет вообще во многом, в принципе. Контрольная точка. Так, что здесь? По сути, такая же система. Еще прыжок. И... грамотно, грамотно все происходит. Еще и быстро работаем. Так, сюда. Пожалуйста, не смотри вниз. Я не боюсь высоты, Алистер. Зато у меня от нее кружится голова. То же самое я говорил ей в Боливии. Не хочу жаловаться, но мне нужно сосредоточиться, если вы не против. Совсем достали уже Лару. Я боюсь высоты, я там другого чего-то боюсь. Лара ничего не боится, она непревзойденная. Прыжок. Как она цепляется, так все делает. Быстрее, она долго не выдержит. Чего? Быстрее, Лара. Что за миссия невыполнима, а? Вот так вот она зайдет! Куда ж ты летишь, Леди Крофт? Слишком перестарались. Быстрее, она долго не выдержит. Быстрее, сейчас разом сделаем все, связи! Прыжок, еще! Последняя, все. Слишком перестарались. Слишком вошли в этот момент. Очередные дилетанты. Японские. Койна, нужно сбросить на них вот это вот. Вот так вот, я вам говорил про ум. Легендарно поступили. И убрали почти всех японцев. Парочка осталась, парочка джаброди осталась. Ты что делаешь? Вот так вот получай в ответ. Держащий удар, как Чак Норрис. Ты помнишь, епошка, это? В этой коробке есть по-любому что-то интересное и полезное. Артефакт. Какой-то артефакт есть. Вот так вот. Кто это? Кто такой умный здесь? Последний джаброди. Уработали. Такой вот флешбэк, переход. Стоп, Койна. Видишь этот пулемет? Да. Думаешь, ловушка? Да, будь осторожна. Удачи в размышлениях. Так, нужно придумать, как пройти через этот пулемет. Задумалась Леди Крофт. Ну давай подумаем. Что же нужно делать? Нам нужно туда. Что это? Это скорее современное искусство, нежели археология, по крайней мере, в нашем контексте. Он, конечно, красивый, но не думаешь ли ты, что он великоват, чтобы тащить его домой на себе? Друг, не мешай девушке работать. Да, не мешай нам работать. Что она делает? Вот так вот. Немного смелости и склад ума. Великие умы. Получилось. Ты ранена? Я в порядке. Не хотелось бы повторять это. Вот так вот в прыжке. Легендарно. Так, куда нам? Слегка запуталась. Вот сюда. Японская дверь. Загадочная. Тебе не следовало сюда приходить. Это мои владения, а не одна из твоих тухлых гробниц. Расскажи мне о мече, Такамото. Что насчет меча? Почему он так интересует вас, мисс Крофт? Дай мне взглянуть на него, и я скажу. Твоя настойчивость убьет тебя. Битва драконов какая-то. Давай драться за меч. Не хочешь, как в 21 веке, так давай, как в средневековье. Боже ты мой, что она делает? Спокойно! Хватит мне кидать своих любителей, дилетантов, псов! Как она заканчивает с этими ублюдками?
Получай, Джаброни! Ну хорошо, Такамото ускользнул. Что делаем дальше? Ловим его. Где Япония, там всегда присутствуют драконы. Где Якудза, там всегда ассоциируется символ в виде дракона. А мне вспомнился мультик «Мулан» почему-то. Наверное, потому что когда эта игра вышла в 2006 году, я еще был сопливым пареньком. Я восхищаюсь твоим прямолинейным подходом. Тогда только смотрел мультик «Мулан». Вот такой вот прямолинейный подход у меня. Получай ты, Джаброни. Вот так вот прицеленно, Лара. Что-то я вспомнил про «Мулан». А как насчет «Мулан» по-японски и китайски, где одну из главных ролей сыграет Джет Ли? В этом году намечался фильмец. Так, нужно проверить, тут логово японцев. Здесь по-любому что-то есть. Меча здесь точно нету. Что за интересный ящичек? Здесь явно что-то есть, нужно его попробовать скинуть. Разломить его. Там по-любому что-то хранится. Веселенькое у Такамото. Какой-то артефакт сейчас заберем, так же как и меч. Так вот. Желтый-желтенький золотистый артефакт. Для нашей Леди Крофт. Все, готовы? Готовы, друзья, на финальный эпизод? На этот раз тебе не повезет. Вот так вот она заходит в логово Такамото. Ты проявила неуважение ко мне. Ты ворвалась в мой дом. Ты убила моих людей. Я упростила твои платежи, а теперь я позабочусь и о твоей недвижимости. Ты говоришь об этом. Это самая ценная вещь в моей коллекции. Почему это? Я люблю добывать вещи, принадлежавшие мертвым англичан. В данном случае крестоносцу. Некоторые поговаривают, что этот вояка был одним из рыцарей короля Артура. Не знаю, где этот идиот нашел артефакт, но он гораздо древнее 11-го столетия, когда вы ютились в хижинах из глины. И поэтому ты готов скорее умереть, чем расстаться с ним? Нет. Вот поэтому! Ну, поехали. Финал! Финал! Ты боролся за свою глупость. Я сюда не зря пришла. Я пришла за своей вещью. А ты, Такамото, даже не знаешь, как ей управлять, только и можешь ей угрожать. Вот так вот, вот так вот реверсируем за Леди Гроб. Получай с дробовика, ублюдок. Спокойно отходим. Получай. Все понятно, система. Система понятна, просто с дробовика его будем выносить сейчас конкретно. Вот такую величайшую музыку в стиле Том Райдер, блядь! Спокойно, реверс, какой пощады! Какой пощады, к черту, Джаброни, ты что несешь, Такамото? Отдай мою вещь! Отдай мой меч, который принадлежит мне! Я знаю всю эту суть, получай, Джаброни, почти вынесли его! Просто с дробыша его спокойно выносим! Да не что я не раз... Ох, его конкретно заело, спокойно! Не удовлетворил. Такую Леди Крофт не так просто удовлетворить. Такамото. Ты им поплатишься за свою глупость. Спокойно, жизни-то вообще нет. Нету аптечек. Нам даже не дают эти аптек. Эти капсулы жизни. У него вообще жизни почти нету. Спокойно реверсируй. Реверсируй, Лара. Ла-ла-ла. Спокойно. Ты понимаешь, Лара? Все. Артефакт мой. Ну все, Джаброни.
Я дам тебе то, чего не давал никому. Шанс уйти живым от Стэтха Механик 2. А это Леди Крофт, величайшая, непревзойденная, неоспоримая, неудержимая, молниеносная в исполнении Смит Плей, которая не даст тебе шанс уйти живым. Ну давай, Леди Крофт, действовать! С держащим ударом Джессики Альбы применять ум китайки единоборств Кристин Кройк. Включим самую сильную женщину в мире Мишель Родригес. И страсти добавим со скоростью Скарлетт Йоханссон. И выживем, как стерва Эмбер Хёрд. Все, под эту музыку надо заканчивать с ним. Заканчивать с этим заброди за легендарную Леди Крофт. Ты любопытный, Джаброни, я тебя просто сейчас в рукопашку вынесу, как Чак Норрис. Лысый ты от Зося. Да кому-то, у нас еще полные жизни есть, спокойно. Сейчас мы делаем его. Третьего не будет шанса. Получай, Джаброни! На коленях встал перед Ларой. Встреча с Такамото закончилась его смертью. Ну вот и все. Вот ты и все. Ты видела, на что он способен? Да, Алистер, я видела. Великий момент. Вертолет Нисимуры ждет тебя снаружи. Отлично. Скажи ему, что он мой новый любимчик. Вел при жизни. Кстати, у меня есть кое-какие сведения о Дженсе Ратланде. Не хочешь посетить Ганну? Безусловно. Африка – один из моих любимых континентов. Йоу-йоу-йоу, эй-эй! Йоу-йоу-йоу! Друзья, мы завершили третий этап испытаний богини Крофт. Боливия, Перу и Япония. Меч в руках легенды. Далее Африка, самый любимый континент Леди Крофт и вездесущего, молниеносного, неоспоримого, неудержимого зверя Росомахи Логана. Готовимся к Африке через неделю. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, и всех ждут через 8 дней в новом четвертом эпизоде. Всем пока!